Тарифный саботаж. О семейных связях и странностях высоких цен на электричество в Бурятии журналисты номер один написали статью по итогам визита представителей ОНФ, которые попытались разобраться, почему в республике, цитирую, «парадоксальные энерготарифы». Напомню, с 1 июля в Бурятии в очередной раз увеличилась стоимость электроэнергии. Теперь она составляет 3 рубля 5 копеек. Для сравнения, в соседней Иркутской области за 1 киловатт электроэнергии население платит 97 копеек. Тема цены на электричество для Бурятии парадоксальная. Сколько уже копий сломано, сколько было решений, обсуждений, а ВОЗ и ныне там. И результат – это те цены, которые платят жители Бурятии за электричество, отметил Николай Николаев, директор Центра ОНФ «Народная экспертиза». Дорогое наше небо. Цена авиабилета в Москву доходит до 50 тысяч рублей в одну сторону. Почему так дорого летать в столицу нашей родины, размышляет Информполис и дает сравнительный анализ цен с соседними регионами. Из Читы и Иркутска можно улететь значительно дешевле. Из-за дороговизны многие стали пользоваться железнодорожным сообщением, а некоторые и вовсе пересели на автомобиль. 5 суток и ты на месте. По данным открытых источников, летом цены на авиабилеты выросли более чем в 2 раза по сравнению с зимним периодом 2016 года. При этом цены на топливо и обслуживание в аэропорту практически остались на прежнем уровне, говорит один из экспертов газеты. Александр Богомоев не поедет на Олимпийские игры. Известные спортсмены республики обсуждают этот факт в «Молодежь Бурятии» и дают оценку ситуации в целом. Увы, но Бурятию в Рио-де-Жанейро будет представлять лишь лучница Инна Степанова, хотя от республики могли поехать 3 спортсмена. Комментирует серебряный призер чемпионата мира по паратриатлону чемпион России Михаил Асташов. Ситуация для нашей сборной очень тяжелая из-за того, что политика грубо залезла в спорт. Сколько бы мы ни говорили, что спорт вне политики, мы видим, что на данный момент это не так. Это были лишь некоторые публикации. Более подробно читайте в республиканских еженедельниках. Илья Бельков, Надежда Хлыстова, Алексей Щербаков. Новости дня.